Привет, дорогие друзья, odnosno zdravo ljudi, ako neko na srpskom gleda, bit će rusko-srpski video, tako da ostanite ako vas interesuje recept. Значит, русские друзья, будет русско-сербский видео, чтобы, ну, чтобы не приводить, как говорится. Извините, я немножко заболела. Ну вот, ингредиенты, то есть состав. Треба чем пилетина. Курица, значит, вам нужна. Что у вас дома есть? Вы это поставите, это спина курицы. Значит, леджа, пилеча, то сам имала код куче, кромпири, мало шаргарепа, ер, то сам имала код куче. Значит, картошка с морковью. Друзья, у меня только немножко было морковь дома, вы не обессудьте. Конечно, черный лук, черный лукац, я все уже посекла, белый лука. Чеснок, помидорчик, односно парадайз, там можете научить русский, и специи. Специи, которые вам нравятся. Вот у нас такая специя, это из овощей сделано. Тут у меня сладкий карри. Не знаю, как это на русском. Босиляк. Я думаю, что это перец бибер. И я поставлю крапиву, значит, коприву еще доставим. Этот рецепт с интернета, это не сербский рецепт, а я нашла на, извините, на русском сайте, то есть на русской страничке. У меня не будет идентичный рецепт, потому что у меня нет много моркови, у него другая часть курицы, у меня спина, ну не важно. И я поставлю крапиву. Значит, рецепт я с интернета, с русской страницы одна, и не субаш сви састуйте ту, односно, он има мало вишове шаргарепе. Я забыла про паприку, паприка, значит, красная паприка, цервена паприка. И то, что вам треба, и этого вам понадобится. Вы извините, я заболела. Я сейчас вас поставлю там. О, господи. И буду готовить. Я надеюсь, вы у меня не упадете. Попытаюсь вас поставить, чтобы было видно, что я делаю. Значит, ставлю вас овдих. Включу чу и пуняч. Подождите, чтобы не сдох, как говорится. Я не знаю, как вас поставить, чтобы не упали. Попробую так. Операторское искусство. Значит, я курицу уже подмазала специи, намазала себе зачинима, значит, треба сад уключим рингло. Рингла, эва рингла. Прежде всего вам нужно включить, как это называется у вас? Я знаю, что, как называется духовка, а это не важно. Нужно его включить в первый. Чтобы было жарко. Извините. Я сказала, что я заболела. Значит, нужно поджарить курицу. Курица! Разводка работает? Меня видно? Да. Это такой сейчас рецептик из этого, что у меня дома. Но у меня... то есть мне очень понравился этот рецепт. Значит, новый сосвид, это рецепт
što sam juče videla na toj ruskoj stranici. I prosto sam uzela to što imam kući. Ne znam da će da bude identično, ali dobro. Vidla? Возьмем еще остальное, приближим. Черный локец. Чеснок. Я обожаю чеснок. А как вы? Нужно курицу пожарить с обе стороны. Значит, с обе стороны, да, все мало легко попржи. Ай, брате. Ай, братич. Братичу. Ждем, пока загреется. Не ходи к ему на встречу, не ходи. У его гранитный камушек грудь. Не ходи к ему навстречу, не ходи. У его рахат луку. Я тебе. Мне очень плохо. Я лечу, не волнуйтесь. Ну, просто... Знаете что? Пока это загрется, я поставлю это здесь. Потому что... Ай, черт. Мне нужно впервые его включить. Господи, помилуй. Чтоб немножко загнать его. Вот. Попробуем здесь. Пошло. Видно? Немножко видно. Я не включала это, потому что оно очень громко, много глаз, но когда я сама не включила. Его само в динарингу. Поджарить. Надеюсь, у меня хватит мемории на все это. Если исключиться, я каждый раз об этом говорю, ну, что поделать. Вот это рецептик из мало ингредиентов, которые у меня дома. Я уже говорила, люблю я сербскую кухню, но хочу попробовать что-то другое, понимаете? У меня здесь люблю только простые блюда сербские, понимаете? Жарим ее, жарим, жарим. А когда поджарим, поставим лук, черный лукец, лук, значит, ставлю мокрый. Немножко выпало. Где у меня ложка? Барячу. Так как он готовил там на интернете, это выглядело очень даже вкусно.
Я вам покажу, как выглядит. Значи на интернету кога сам видела како оно изгледа, ја прелепо изгледа. Дојде као нешто, дека мини чорбица, немам појма. Сейчас поставим картошку и морковь. Кромпир и огурец. Можда ми е мало ова шрпа, али нема везе. Я говорю, возможно, у меня маленький этот кастрюль. Няма. Как я налью воду здесь? Берем помидор. То есть, узимаем парадайз. Там на интернете был шерри. Парадайз, черри парадайз. Ну, у меня только этот большой. Ой, загорит. Упорите домашчицы. Жарко. У меня такой дурацкий голос, когда я не здорова. У меня гранитный камушек. Добавляем помидорчик. Ставим парадайз. Как что все види. А види се да ќе да ми буде ова мала шерпа. Шта да му радим, ајте ми радим. Я думаю, чтобы поставить другой кастрюль. Господи Боже. Все выпадает. Жарим, жарим. Ага. Потом. Сейчас можно налить воду. Значит, треба да се сипа вода. Чекайте да вам сипа. Красиво. Порядочно. Не упадете, не упадете. Надеюсь. Как вы думаете, ставить это в большой кастрюль или нет? Сейчас налью воду и выйду. Треба сипати воду. Але мислим да ми е мало шерпица. За све ово што ја хочу. Да. Маленький кастрюль. Маленький кастрюль. Поставим в этот. Ой, господи. Сразу видно, что я в кухне, а не так. Как себе. Надеюсь, да се не сналази башу кули. Уфу, врел сад. Прильем это другой кастрюль, его этот большой. Это сейчас будет опасно, чтоб себя не... Вот. Ой, господи, мне это не нравится. Это не выглядит как на интернете. Быстрее поставим его здесь. Я забыла поставить паприку. Забрался заставить паприку. Это просто смешно. Не важно. Ой, мне это не нравится. Мне это не нравится. Как выглядит? Господи.
Господи, это катастрофа. Ну ничего. Сказано поставить так чеснок, но его кастрюль вот так выглядит. У меня такой нет. Понимаете? Вот. Реко е тако да си ставим овај лукац. Тако и ку нега тако вири. Овај лукац. Али, боже мој. Немножко перец. Ца, ца, ца. Потому што я люблю это. Бибер. Вкусно пахнет, но... У меня выглядит, как у него, там на интернете. Ну, не важно. Бусилек. Я и так заболела мне, возможно, это, как говорится... забыла. Возможно, это будет хорошо для меня. Это такой супчик, как говорится, не знаю, борщ. Потому что я заболела. Еще немножко специй. Мне нужно попробовать, наверное. И немножко капривы. Мало капривы. Ай, жарить. Вот так я ставлю. Мало копливе. У меня как будто температура, у меня нет температуры. Что они с нами делают вообще? А? Господи, ты боже мой. Господи, боже мой. Вот немножко крапивы. Ну, не знаю. Это будет как-то мое особенное блюдо. Ого! Вот и хозяйка! Вот и хозяйка! Я думаю, что это все. Сейчас я попробую немножко, если нужно добавить что-то. Напробуем, да, треба дуться туда, некий ангел. Вот. Мне нужно все это потом убрать. Кто мне поможет убираться? Вы знаете что? Очень даже хорошо. 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 Немножко добавлю соли. Соли. Посолить. Не болит? Не болит? У меня гранитный камушек. Мало сам донала соли. Ако будете ово правили, узмите мало ну ширу, дође као чинија. Како се зове оно, ватростално оно, шта оно, у чему он кува, ово. Да буде онако плитко, па је он ставио један велики бели лук овако на сред. Значит, он взял такой каструльчик, который немножко длинный, как говорится, пошире, а не глубок, понимаете? У него вот так в этом кастрюле вода и, как говорится, поставил чеснок, и он такой большой, стоит на средине. Как же я здорово объясняю. Извините, скажу. Я все здесь. Потом нужно... почистить, потому что я сделала бардак теперь. У меня бардак. Вот как выглядит. Если бы у меня кастрюль был шире, понимаете, это выглядело бы намного лучше, но было видно бы все ингредиенты. Ну, не важно. Друзья мои,
Вот нужно, треба да сманим сад ово, температуру уменьшить немножко. Вот как выглядит. Для меня выглядит вкусно. Мне это нравится. Не знаю, если моим понравится, ну, родителям и остальным, ну, не важно. Мне захотелось такой рецептик. А, вообще-то зацепка в этом, чтобы не было много воды. Значит, это не борщ и не суп, а только немножко воды. Значит, фора в том, это буквально мало воды будет, а не много. Не как супа, не как черва, не говорю, что она как паприка, шибем. Баш лепо объясняем и на сербском, и на русском, не знаю, да причем больше не там. Не размещаем и мозг. Так, друзья, когда это будет готово, я поставлю себе тарелки и будет обзор. Надеюсь, никто мне не помешает, когда я буду делать обзор. Неплохо. Так что спасибо, если досмотрели. Хвала, ако сте догледали довде. Надеюсь, что сте разумели. Что со всё ставила, что и как, что к чему. Чао, то есть пока, русские друзья. Увидимся.